Многими лекарствами лечат болезни дыхательной системы. Но они рассеиваются в организме и, добираясь до пораженных тканей, теряют нужную концентрацию. Как найти способ направить лекарство прямо в болезненный участок легкого или бронхов? На рентгеновском снимке он светлый. Эта мысль давно не давала покоя рижским медикам Андресу Мертенсу и Гунтису Целминшу. Чтобы сократить путь целебного вещества в организме, они решили применять аэрозоли. Для этого разработали пистолет специальной конструкции. Но все же распыленное лекарство заполняло вместе с больными и здоровые участки легких. А между тем известно, что ионы жидких лекарств имеют разные электрические заряды. Одни положительные, другие отрицательные. Стало быть, электроды обычного гальванического аппарата можно расположить так, чтобы электрическое поле само направило лекарственное вещество прямо к очагу поражения. Так концентрацию лекарства в больном участке удалось повысить почти в 6 раз. Новый эффективный способ лечения признан изобретением.